Всем привет, с вами Леша, это канал «Хочу жить». Сегодня я вам покажу свои приемы пищи. С 1 по 4. Каждый буду показывать. Достану контейнеры, выложу на тарелочку и покажу. И по мере того, как я буду показывать приемы пищи, я буду рассказывать, что это и как это. Погнали. Так, вот вариант завтрака. Это овсянка. Вот овсяные хлопья, геркулес. Тут кусочек сливочного масла. Ложка льняного масла. Ложку я уже выпил. Также сыр со сливочным маслом. Добавки, витаминки. Тут мультивитамины. Омега-3 и витамин D3. 2 яйца, можно 3-4, только 2 желтка съедать из них, остальные белки есть, допустим 4 яйца. Также вот кофе и воду, чтобы пить добавки. Такой может быть вариант завтрака. Ну а правильном питании. Это второй прием пищи. Также может быть третий. Это перловка, куриная грудка, вот неполная ложка льняного масла. Я вот специально положу так, чтобы было видно. Также дайкон, это белая редька. Курица здесь где-то 110 грамм в готовом виде, я взвешивал. Перловки здесь, по-моему, грамм 40 в сыром виде. В готовом я не взвешивал. Точно взвешивал, но не помню сколько. У меня в контейнер был, я пересыпал из контейнера в тарелку. И четвертый прием пищи — это творог, отруби пшеничные. И чернослив, одна ягодка. Творог здесь где-то 240-250 грамм. Также цикорий и белая редька, с солью я её посыпал. Вот такие приемы пищи. Это был канал «Хочу жить». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока.